Информация о выдаче части октябрьской зарплаты бюджетникам в виде продуктовых наборов не соответствует действительности. Минфин ЛНР опроверг слухи о выдаче бюджетникам продуктовых наборов вместо зарплаты за октябрь. Об этом ЛИЦ сообщил министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов. Комментируя сообщение преподавателей одного из вузов Луганска о задержке заработной платы, никаких продуктов выдавать не будут, это все слухи, подчеркнул он. В октябре выплачены были своевременно пособия, пенсии. Сейчас приступили к частичной выплате зарплаты. Все зависит от своевременности налоговых поступлений. От них будет зависеть закрытие выплаты заработной платы, рассказал министр. Манулов отметил, что зарплаты за октябрь бюджетникам будут полностью выплачены в начале ноября.